Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я в Меги Ашане. Я покажу, как подготовились к Новому году. Вот тут звезды висят такие. Очень много. Четыре где-то звезды мигают, остальные обыкновенные две. Тут можно поиграть легом. Можно туда ячейки. Там можно порисовать, поиграть, машинки всякие. Вот там тоже кафешка есть, там дети бегают. Вот там стоит необычное фортепиано. Если вам видно или рояль, то там клавиши сами нажимаются. Там сами клавиши нажимаются, там никто не сидит. Ну тут, наверное, не видно, но на самом деле они не нажимаются. Там Яндекс.Еда. Едем. И давайте посмотрим дальше. Вот олень. Тут много-много звезд и олень. Он смотрит вниз. Он блестит, мигает. И все очень тут гирляндами все обвесили. Очень прикольно. Все очень красиво светится. И тут еще один олень, если тот смотрит вниз, то он наверх. Он тоже блестит и мигает. Он весь гирлянды. Видите, даже такие, где на молоко там написано. Там тоже гирлянда есть. Все, везде гирлянда. Там какие-то то ли деревья, то ли пальмы. И на них сидят белочки. Но отсюда не очень видно, конечно. Там есть белочки. А напротив там и елка золотая. Там сидят сердечки. Она с красными шариками. Рядом на елке заяц, оленя. Тут очень много всего. А там даже не настоящие Деда Мороза ходят. Ну тут можно посидеть, передохнуть. Тут лего. Конечно, это все одной рукой не очень удобно делать. Но лего красный, желтый, синий. Да. У меня сейчас выходные. Сегодня 9 декабря. Вот так я пишу. И кто сейчас в данный момент там же, где и я. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Посмотрим, сколько нас. Кто сегодня здесь? Или уже был, или будет. Обязательно все пишите. Я отвечаю на комментарии.
Мне всегда их приятно очень читать. Там внизу какая-то тоже в гирляндах. Вот целый мир в гирляндах. Тут даже, видите, лифт там внизу украсили. Тут цветочки и базы. Вот белочка. Белая елочка, и тут база. Ну, так, снег имитирование. Грибы, но тут фотографируются. Вот так, сразу не хорошо. А знаете, что там? Там надо одеть бахилу, подойти к Деду Морозу и сказать свои желания. И там сверху написано «Дом Деда Мороза». Ну, это поставить. Там написано то, что это за эскимо. А вот там Дед Мороз, который все ждут. Ну там очень много людей. Кстати, а вы написали письмо Деду Морозу? Я да. То тоже пишите в комментариях, пожалуйста. Там всякие кафешки, там белочки. Если видно, там белочки прыгают, сидят, ну там наверху там. А там будет Дед Мороз, олень, еще один олень. Ой, это тут все маленький, который смотрел вниз. А вот там, который смотрел наверх, но его не очень видно. Тут может подписаться у нас. Мы сейчас вон туда спустимся вниз. Посмотрим. Сейчас тут люди. Давайте посмотрим. Выйдем. Привыкли. Тут зайчик. Тут кошка. Тут зайчик. Белый. Вот большой золотой елкой с такими большими шишками. Представляете, шишка на вас попадет, как больно будет. Тут елки, елки, морковка, морковочка. Еще елки, еще елки. И зайчик, зайчик. Все помашите зайчику. Привет, зайчик. Как дела? Ну, в принципе, хорошо. Еще тут елочки. Еще, 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 еще. Морковочки. Листик вон тут лежит, а вот морковка. Вон еще одна морковка. И вот зайчик. И вон там зайчик. И тут больше ничего нет, кроме крупного снега, морковок, елки, шишек, игрушек, не знаю, зайцев, гирлянд. Вот здесь, в принципе, ничего. Вот еще там белочка. Еще раз показываю. Давайте обойдем и посмотрим на зайца. Вот этого вот зайца сидит на елке на самой вершине. Это елка. Вот это олень.
тут можно вечную луну фотографироваться с настоящим маленьким Дед Морозом и елками.